Ребят, всем привет! И сегодня я хочу вам показать, как подружить наш пенник от Körcher. Я взял вот такой вот, потому что есть дешевле, но, как сказал продавец, не знаю, наврал, не наврал, что он работает только с определенным мылом, что у него маленький объем, но этот мне понравился действительно больше. Почему я не взял стерлинговский? Потому что, в принципе, вот здесь вот, посмотрите, вот эти вот пластины, которые создают, соответственно, ту же самую пену, там были, откровенно говоря, какие-то они, ну, не очень хорошие. Мне они не очень понравились. Плюс, поговорив с консультантом, я не буду там говорить, что он мне сказал, но он сказал, что лучше, конечно, взять керхеровский пенник, потому что там и пена лучше, и, ну, в общем, в целом он лучше. Но он в стерлинг он не залазит, потому что у них, соответственно, своя разная система креплений. Поэтому нам нужен переходник. Переходник стоит, по-моему, $2, то есть намного... Вот работает он с мойкой 90, 120, 135, но я думаю, что и с мойкой выше. Соответственно, мы одну часть вставляем в пистолет, другую вставляем вот в наш вот этот вот керхеровский. Сюда заливаем мыло, литровый баллон, металлическая сверху вот эта вот вся часть. И единственный момент, что... Вот единственный момент, что здесь еще есть небольшая... трубка, которую необходимо одеть, чтобы он брал мыло снизу, а не сверху, понятное дело. Ну, пойдем посмотрим, потому что родной, который как будто бы пенник, он на самом деле ни о чем. То есть он просто создает такую вот пену, которая никак не смывает эту, не вступает почти в реакцию с грязью, а она банально стекает. Заливаем мыло, у меня соотношение 1 к 3, соответственно, 2 трети воды, 1 треть мыла. Все, снимаем часть с насадкой, ставим часть с пеногенератором. И надежно крепим его. Я не поставил в замок, поэтому он у меня грохнулся от напора. Вот подбираем нужную нам струю, либо пену, видим, в принципе, достаточно активно и много. И она у нас действительно находится на машине, а не стекает. Тут действительно правда. Сейчас вот чуть-чуть покажу, вот даже на лобовом. Или вот на крыле, смотрите. Все, вот она, машина в пене. И действительно достаточно неплохо держится. Соответственно, наступает реакцию с грязью. Вот посмотрите, внизу уже сразу потекло. Потому что прошлый пена, в кавычках, генератор, ну, такого эффекта не давал. Просто мыльная вода и все. Вот так выглядит машина пененная. В принципе, сейчас надо подождать. 5-10 минут, ну, может и меньше. И вот моечка, которая уже годик у меня работает. И к ней нареканий нет. Ссылки в описании. Не забывайте подписываться на канал, задавать свои вопросы. Всем пока-пока.